Знаете, мы объявляли в прошлое воскресенье, что у нас будут гости, а потом я подумала, что это совсем не гости. Да, это семья. Вот интересно, знаете, у нас каждый раз, когда намечается... Ага, давай. Много интересно семейство дойде, всякий пыт. У нас, когда получается какой-то новый скачок в церкви... Когда-то все случаи новые родства в церкви, да? Да, эта семья оказывается у нас на служении. У вас семейство все указывало на наше служение. Мы как раз, да, сейчас планируем со строителями расширяться. Не всегда планируем со строителями, да, расширяем из града-то. Я верю, что что-то мы получим. Я с верой, что нечто, что получим. Что-то получит церковь. Нечто, для, чтобы, получит для того, чтобы этот рубеж тоже пройти нам. Да, я имею в виду в духе, да. Да, прекрасим тази граница, имам в виду в духа. Но я хочу сказать, что эта семья помогала нам финансово, когда мы выкупали это здание. Искам да кажа, что твое семейство не помогало финансово, когато купувахме тази сграда. Я думаю, это тоже важно знать, поэтому това это тоже немаловажный момент. Понеже е много важен, немаловажен момент. Пастор, как ты все помнишь? Я говорю, я помню. Пастор Пита, как всичко помнишь? Я сказываю, аз всичко помню. Да, но я верю, что на небесах вообще все записывается. А с верой, что на небесах всичко все записывается. Все наши добрые дела. Всички наши добрые дела. Ну что, мы представим? Таки представим. Наши, ну, наверное, уже не гости, а друзья. Не Глеб гости, а приятели. Светлана Спивакова. Олег и Светлана Клеп и Светлана Спивакова. Ну что, семья, как вы? Семейство, как сте? Слава Богу. Слава на Бога. Я хочу начать с вопроса. Искам да започна с вопроса. Тот вопрос, который Иисус задал своим ученикам. Този вопрос, който Иисус каза на своите ученици. Матвей 16 глава. Матвей 16 глава. За кого вы меня почитаете? За кого ме почитате? Я бы хотела сейчас, чтобы каждый сказал репликой, кто для тебя Иисус. Сега бих искала всеки от вас да каже, кой кто за для вас тебя Иисус? Бог. Кой за вас е Бог? Вот представьте, что Иисус стоит посреди вас и спрашивает, за кого ты меня почитаешь? Представьте себе, че Иисус сега е тук. Давайте и вы питаете, за кого мы почитаешь. Нека да започнем. Девочки. Господь. Господь. Отец. Отец. Создатель. Создатель. Творец. Творец. Паша. Паша, за кого ты меня почитаешь? Давайте дальше, чтобы я каждого вот просто бросайте напред, реплики. Всякий докажет нечто. Всемогущий, всемогущий, любовь. Любовь. Милость, защитник. Милость, защитник. Друг. Приятель. Разрушитель твердынь. Разрушитель на тверди ты не что? Какие еще? Путеводная звезда. Путеводная какие еще звезда. Грани? Сын Бога живого. Сын на живе Бог. Ставший человеком. Кто-то станал человек. А теперь, если убрать вот эти общие фразы, фразы и заглянуть в свое сердце, и поглянете в свое вот сердце, если Дух Святой заглянет в ваше сердце, аку Святий Дух погляне в ваше сердце, и Дух Святой спросит, и Святий Дух тебе а питает, лично для тебя, лично за теб, кто Иисус? Кой Иисус? Какого Иисуса ты видел в своей жизни? Каков Иисус си виждал в свой живот? Какие грани Иисуса тебе открывались на протяжении твоей жизни? И какви страни на Иисуса се откривали пред теб в през твой Какую живот? Какую сущность Иисуса ты познал? Каква сущность на Иисусе познал? Вот если Он пронизывает твое сердце, если Он пробудит тебя ночью а кто и, и задаст этот вопрос, сердце, и ты, кто я для тебя? И ты себе будешь признавать, ты пита, кой сам за теб? Общие фразы ночью уходят, ты не вспоминаешь общие фразы. Общие фразы няма да сети, ты признаешь, что? Ты не помнишь лозунги ночью. Няма да помнишь эти слогани. Когда наступает темная часть ночи, куда-то наступает темная или часть жизни, на что, или на живота, общие фразы исчезают. Общие фразы те исчезват. А появляется та сила, которая проявилась в твоей жизни, тази когда сила, тебе было очень плохо. Която се проявила в твоей живот, когато тебе было много лошо.
Когда ты отвечаешь: Христос, ты жизнь моя. Когда тут говоришь: Христос, ты мой живот. Что вы чувствуете, когда вы можете сказать, вот скажите: Христос, ты жизнь моя. Как вы услышите, когда ты скажешь: Христос, ты мой живот. Я не слышу, чтобы в каждый мог сказать это. А с ничего не обязательно. Насколько вы познали, что Христос ваша жизнь. Дали, всякий от вас опознал, что Христос и ваш живот. Насколько мы ощущаем и переживаем, когда мы просыпаемся, и когда мы понимаем, что этот день тебе подарен Богом. Сколько от вас, когда ты засыпаешь, и разбираешь, что тот день подарен от Бога на тебе. И ты можешь сказать: ты дыхание мое, ты жизнь моя. И ты можешь докажешь: ты си мой живот. Ты свет для души моей. Ты си светлина та за мою та душа. Ты та радость, которая наполняет меня. Ты си тази радость, которую мы испылва. Ты надежда моя, любовь моя. Ты си моя та надежда и моя та любовь. Что мы каждое утро говорим? Как вы казываем всяко сутрин? Своей душе. На свою та душа. Своему разуму. На свой разум, своему телу, на свое тело и всем своим обстоятельствам. И на всички ты свои обстоятельства. То, какого Бога мы знаем лично. Този Бог, който познаваме лично ние. Такой Господь проявляется через нашу жизнь. Таков Господь се проявява через нашия живот. Вы, наверное, все знаете свидетельства нашей семьи, сигурно, как мой муж, всички знаете свидетельство владелец на нашу казино, семейство. Покаялся и ночных клубов, как, и как мы проходили разные трудности. Как мой муж, владетел на казино, се покаял, как не именовахме различные трудности. Но я помню такой момент в жизни, когда я открывала очередной бизнес. И си вспомням този момент живота, когато отварях още един бизнес. И это были трудные обстоятельства в жизни, когда до этого у нас старшая дочь ушла на небо. И имахме трудни обстоятельства в живота ни, когато по-голямата ни дъщеря си отишла от живота. Вторая дочь родилась с особенностями в развитии. Другата ни дъщеря се родила с особенности в развитии. И я оставила все бизнесы, какие вела до этого. Оставих всичките си бизнеси. И у меня были два года. Имах две години. Когда я говорила: Христос, я хочу знать, какой ты в этих обстоятельствах. Когато указвах: Христос, искам да знам, каков си в тези обстоятельства-то. В южных городах очень непросто познать Христа. Тут все так тепло, море хорошо. Может быть, в южните городове не толкова лесно да познаешь Христос, за что-то топло. Все так, парки, велосипеды. Има градинки, колелата. Тебе не надо этот вопрос, а кто ты для меня сегодня? Тебе и так хорошо. Может быть, не тебе треба този вопрос, кой си за мен днес, защото тебе добре сега. Но когда приходят обстоятельства, и ты один на один с собой. Но когда идут обстоятельства, ты и си на самой стях. Тебя единственное может удержать, единственное это осознание, кто он лично для тебя. Което може да те подкрепи това осъзнаването, кой Иисус е за теб. Когда Петр ответил на этот вопрос, Иисус ему сказал: на этом откровении я буду созидать церковь. Когато Петър отговорил на този вопрос, Иисус му каза: на това откровение ще построят църква. Мы есть с вами церковь. Не с вас, сме църквата. Это не воскресное служение. Това не са само неделните служби. Мы каждый служби. Из вас, всеки от вас представляем церковь. Всеки един от нас представлява Его църквата. Его тело, полнота, наполняющего все во всем. Неговото тяло и полнота, което изпълва всичко. Когда мы выходим в город Варна, какого Христа мы там встречаем? Когда излизаем в град Варна, каков Христос встречаме там? Когда мы гуляем по Варне, заходим в кафешки, пьем кофе, какого Христа мы встречаем? Когда се разхождаме в кафенета в Варна и влизаме в кафене, каков Христос? Например, когда я к Наташе захожу на массаж, я встречаю улыбающихся девочек, которые говорят от всего сердца мне: добро пожаловать. Когато идвам при Наташа на масаж, срещам момичета, които се усмихват и са радостни да ме посрещнат. Я Наташе говорю: к тебе можно заходить только ради девочек, чтобы голосок этот слышать. Някой път казвам, че мога да влизам там само и заради момичета. И сразу жить хочется. Да чуя гласа им и искам ми се да живея вече, повече. Наш голос, либо голос Божий, либо голос обстоятельств. Нашия глас, Божия глас или гласа на обстоятелствата. Я хочу, чтобы мы вместе с вами предложить вам прочитать Иоанна 17 глава. Искам да ви предложа да прочитем Иоанн 17 глава. Откройте, пожалуйста. Я надеюсь, у всех принято читать, да? Надеемся, что все читают Библию. И я прочитаю, и даже если вы сейчас читать не будете, представьте, дори ако не читате сега, представете си, что на месте Иисуса стоите вы и даете отчет. Че стоите на място на Иисус и давате отчет.
В этой главе Иисус дает отчет перед Отцом и своими учениками. В этой главе Иисус давал отчет перед своими ученицами на баштасе. Он собрал учеников, чтобы сказать прощальные речи. То есть собрал учениц, да им каже, думите на вот последок. Представьте, вам 90-100 лет. Представьте себе. И вам нужно сказать благодарственную прощальную речь всем тем, кто с вами прошел жизнь. Представьте себе, что на 90 или 100 години треба да кажете прощальную речь на всех, кто сидели с вас. О чем вы будете говорить? За какво ж ты говорите? Давайте посмотрим, о чем Иисус говорил, давая отчет за свою жизнь. За какой говорил Иисус, давая отчет за свой живот. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. А ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Кто-то будет читать по-болгарски? Да? Да? Окей. Давайте обратим внимание на те моменты, о которых Иисус говорит. Внимание на моменты, когда Иисус сказывал. И я думаю, что нам тоже придется пройтись по этим местам в своем сердце. И может быть, не все, что требует именно эти места в своем сердце. Мы не знаем, когда мы предстанем пред Господом. Не знаем, куда же ты предстанем пред Господом. Наши две дочери в 5 лет предстали пред Наши Господом. Наши две дочери предстанали пред Него на 5 годинек, куда-то собили. Сейчас в Украине множество людей, которые погибли, и они не знали, что так закончится их жизнь. Всегда в Украине много хора, куда-то загинули, и ты не сознали, что такая живота, что им приключим. Я как-то летела в самолете, и самолет начал падать, и нам объявили, что аварийное состояние, а мы над океаном. И летях в самолете, и казаха, че сега им аварийное состояние, мы не знаем, где лицом к лицу мы встретимся с тем, чтобы дать отчет. Не знаем, куда, что треба дадем отчет. Каждый день – это цена нашей жизни. Всякий день – твоя цена на наше живот. Это цена Его жизни в нас. Цена на Неговое живот в нас. И ценность нашей жизни, она оценивается не тем, как мы красиво песни поем. И ценность на наше живот не оценивала в том, как красиво пеем песни. А ценность жизни оценивается, какую миссию мы исполняем на земле. А ценность оценивала, какова миссия исполняла мы на тази земле. Какие грани Христа проявляются через нашу жизнь. Какие страны на Христос проявляют через наше Какого живот. Какого Бога люди в нас видят. Каков Бог видят хората в нас. Какого Господа они познают через нас. Каков Господь познават через нас. Какая слава является через нас? Какова слава соявява через нас? Могут ли они сказать, что видя ваши добрые дела, мы видели Господа дали, творящего? Дали ты могут докажет, че когато са видели ваши добрые дела, че ты мы са видели Господ? Мы живем в такую эпоху, когда проблем все больше и больше. Живем в эпоху, когда проблемы са все повече и повече. Потрясений будет все больше и больше. Потрясения это что будет все повече и повече. Кризисов будет все больше и больше. Кризисы ставят, что ставят и спросите повече себя, и повече. А почему я в это время родился? И питайте себе, за что сте се родили по това време. У Бога в книге жизни все ваши дни исчислены уже. При Бог в книге-то на живота дни ты ви са исчислены. Уже книга жизни написана. Книга-то на живота и написана. Уже все совершилось. Всичко е свършено вече. В книге жизни наши жизни совершились. Книга-то на живота наше живот вече се свършил. Но Бог нас поместил в эту страну. Но Бог не сложил в тази държава. В этот город. В тази, в този посреди град. Тех проблем, которые есть у этих людей. Сред тези проблеми, които имат тези хора. И Он говорит, уже не ты живешь, но я в тебе живу. Той казва, не ти живеешь, но аз живею в теб. Уже не ветхий человек живет здесь, в этом городе, но я живу в тебе. Не старый человек живет в този град, но аз живею в теб. Мой голос в тебе. Мой глас в теб. Мое сердце в тебе. Мое сердце в теб. Мое дыхание в тебе.
Аз вдишах в теб своето дишане. Мои таланты в тебе. Моите таланти са в теб. Мой потенциал в тебе. Моят потенциал и в теб. Мои грани в тебе. Моите различни страни са в теб. Скажите, все помнят притчу из Матвея 25 глава о талантах? Всички ли се спомнят притчата за таланти от Матвея 25 глава? И спросите себя сегодня, а если бы мне сегодня нужно было дать отчет за все свои таланты? И питайте себе всякую днес требаше да дадете за свой отчет потенциал. За свои таланты, свой потенциал. Что бы мы сказали? Какво щях мы докажем? Сегодня я слушала в переводе современном, как третий работник сказал: «Я спрятал в платочек этот талант, чтобы он не запачкался». Я счух в третий перевод, че другий раб, кто скрил този талант в хавлия, да не се истапа. И зарыл его. И просто го заровил някъде. Но ты же жесткий. Ты же несправедливый. Ты же жесток, несправедлив. Ты пожинаешь там, где не сеял. Жинаешь там, где ты не си посявал. И получаешь прибыль там, где не работал. И получаешь печалба, где ты не си работал. Это состояние людей. Твое состояние-то на хората. Мы говорим: Господь, о чем мне напрягаться? Казвам: Господь, за что да се напрягам? Я все равно особо благословений в своих жизни не вижу. Аз не виждам благословения в свой живот. Я все равно прибыли такой не имею, как я хочу. Не получавам печалба, която искам да получавам. Но знаете, когда мы читаем слова Иисуса, когато читаем думите на Иисус, и Он говорит о славе. Той говори за славата. Он говорит: я прославил тебя. Аз прославих теб. Твоя слава проявилась на мне. Твоята слава се проявила. Твой сын, твоя дочь, каждая из нас скажет: твой сын, твоя дочь прославили тебя. И твой сын, твоя дочь, ще кажет, че твой сын, твоя дочь, ты прославили. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. 3 глава, 1 стих. Сказано: дети, смотрите, какую я дал вам власть. Деца, погледне, каква власть ви дадух. Власть, силу. Властта, силата. Называться и быть. Да се наричате и да бъдете. Скажи: я есть сын и дочь Божия. Дъщеря или син на Бога. Быть. Да будешь, это являть сущность. Да явяваш сущността. Это не просто назваться христианами, потому что мы по воскресеньям приходим в церковь. Не просто да се наречете християни, защото идвате неделя на служба. Это быть Христовыми. Да будете Христови. Это быть дочерьми и сыновьями Бога здесь на земле. Да будете Божьи синове и дъщери на тази земя. Это позиция власти, силы. Твоя позиция на власти и силата. Это небесная позиция здесь на земле. Небесната позиция тук на земята. Это все то, что в нем он вложил. Жил в нас. Всичко, което в него той вложил, вътре в нас. И он смело сказал: уже не ты будешь жить, а я в тебе той буду смело жить. Той смело сказал: няма да живеешь ти, но аз ще живею в теб. Иисус дальше говорит: жизнь вечная, суть жизни вечной, чтобы мы знали и проявляли его. Същността на вечный живот, да го познаваме и да го проявяваме. Мы же не когда-то в вечность придем, мы уже в вечности. Не, някога ще отидем в вечността, вече сме в вечността. Мы проходим этот земной путь, но мы уже на пути вечности. Не, минаваме този земен путь, но вече сме на пути в вечността. Потому что Христос, который внутри нас, Его дух, Его дыхание, оно вечно. Защото Христос, Неговия дух вътре в нас, Той е вечен. Он избрал эти тела, сделал его как храм. Той избрал тези тела и ги направил като храм. Поселился внутри нас. То есть поселил вътре в нас и живее сега вътре в нас. И что мы с этим делаем? Какво правим с това? Иисус говорит: я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Иисус казва: сам ты прославил на земята и сам завършил дело, което си ми поручил. А если бы сейчас Иисус второй вопрос задал: какое дело ты исполняешь здесь на земле? И ако Иисус сега би попитал: какво дело сега исполняваш на земята? Какое дело прославляет Его имя? Какво дело прославя Неговото име? Это серьезный вопрос. Това е сериозен въпрос. Мы можем сказать: я песни пою. Можем да кажем: аз пея песни. Я поклоняюсь. Аз се поклоням. А можно сказать: я восстанавливаю здоровье людям. Можем да кажем: аз възстановявам здравето на хората. Я возвращаю им Божий дар, который им дан от Бога. Възвръщам Божия дар, който им дан от Бога. Кто-то может говорить: я строитель просто. Аз съм строител просто. А кто-то может сказать: я строю дом, в котором будет мир Божий. А някой може да каже: и сам Христос войдет в этот дом, потому что я строю этот дом. Аз построявам дома, в който ще живее Божия дух, и самия Христос как ще влезе в този дом. Как мы смотрим на то дело, которое мы совершаем? Как гледаме на това дело, което
Бог сказал в одной из заповедей 6 дней трудись. В одна-то от заповедей Бог сказал 6 дней да трудишь. А мы часто зацикливаемся на одном дне, главное один день поклоняйся. И часто сосредоточиваемся вверху один день да се поклоняемся. Нет, это заповедь Адаму, которую Господь дал. Твоя Он сказал 6 дней трудись. 6 дней да трудишь. И этим поклоняйся мне на всяком месте. И через това да се поклоняешь за мен на всякую месту. Наш труд, он прославляет Бога. Наш труд прославляет Бог. Иисус говорил о деле, которое Он совершил. Иисус говорил за дело, которое Он совершил. И каждый из нас призван и избран в Его царстве. И всякий от нас и призван и избран в Него эту царству. И в Римлянам 8 глава 29, 30, 31 стих об этом говорит. 8 глава, 29, 30 стих сказано. И там очень важные такие места Писания, о которых я предлагаю вам также поразмышлять. Има важные места, в которых я препоручивам да размышлявате. Написано, кого он предузнал. Пиши, кой е... узнал от начала. Кой е познавал от началото. Кого предопределил. За кого е предопределил. Определил, это значит, вам, вас чем-то наделил. Той, он что-то чай, внутри дал вас нечто. Есть от Бога, чем вы наделены. Нечто внутри вас има от Бога. Което Бог ви е дал. А кого предопределил, того и призвал. И този, който е определил, този е и призван от Бога. А кого призвал, того и прославил. А който е призван, този и е прославен. Мы все с вами призваны. Всички с вас на призвание. Мы можем сказать, я не знаю свое призвание. Можем докажем, не знаем свое призвание. Тогда спросите Христа, который внутри вас. Тогава питайте Христос, който вътре в вас. Какое твое призвание во мне? Какое твое для призвание этой страны, в мен? Для этого города? За тази държава, този град. Когда я прихожу в какое-то место, какую атмосферу я приношу? Когато иду на някакво място, коя атмосфера влагам. Атмосферу царства? Атмосферата на или атмосферу проблем? Или атмосферата на проблемите? Нам даны ключи открывать небеса и царство Божие, которое на небе, проявлять здесь на земле. Имаме ключове да отваряме Божието царство и това царство го проявяваме на земята. Какое царство мы несем? Какво царство ние носим? Мы посреди царства этого мира. Ние сме сред царството на този свят. Которая сокрушается сейчас. Което сега се сокрушава. Разрушается. Разрушава се. И мы с вами в последнее время живем. И живем в последнето время. И Господь предупреждал, когда потрясена будет земля. И Господь казал, че когато ще бъде потресена земята. Над нами воссияет Господь. Над нас ще сияе Господь. И слава Господня покроет всю землю. И Господнята слава ще покрие цялата земя. И это та слава, которая связана с вашим призванием. И това е онази слава, която свързана с вашето призвание. Потому что кого он призвал, того и прославит. Защото този, който е призвал, този и прославил също. Потому что когда будут сокрушены принципы и законы этого мира. Защото когато ще бъдат сокрушени принципите и законы система этого мира и системата на този свят. Система царства она должна выйти изнутри нас. Тогава системата на царството ще трябва да излезе вътре от нас. Принципите, законите, экономиката, социалная справедливость. Социалната справедливост. Это все на скрижалях наших сердец. Това трябва да бъде написано на скрижалите. Это все внутри нашего духа. Вътре в нашия дух. И когда мы на рабочем месте, мы тренируем себя. И когато сме на работното място, ние се упражняваме. Мы готовим тысячелетние царство. Не, се готвим за хилядолетно и каждый царство. Из нас имеет свой клочок земли. И всеки от нас има свой парче земя. Это ваше рабочее место. Това са вашите работни места. И он говорит, овладевай землей, которую я тебе доверил. И той казва, овладевай земята, която съм дал на теб. Овладевай сердцами людей, которые я тебе доверил. Овладевай сердцата на хората, които съм ти доверил. Иисус дал отчет за людей, которых Бог ему доверил. Иисус е дал отчет за хората, които Бог му е доверил. И мы все с вами придут. Ние сме заедно с всички с вас. Когда мы предстанем пред Богом, когато ще застанем пред Бог, облако свидетелей. Ще дойде. Ще дойде облаци на свидетели. Те люди, которые нас сопровождали по жизни. Тези хора, които са вървели заедно с нас. Которые вокруг нас жили, работали. Които са живели около нас и са работали с нас. И если мы прославляли Бога. И ако сме прославили Бог. Эти люди будут свидетелствовать. Тези хора ще бъдат свидетелствовать. Что когда они видели наши добрые дела. Че когато те са виждали нашите добри дела. У них глаза открывались на Бога. Очите им се отваряха и те са виждали Бог. Они познавали Бога в разных гранях. Те са познавали Бог в различни страни. Когда я открывала бизнес Fitcures в Украине. Когато отварях бизнес Fitcures. Я помню, как Иисус меня спросил. И помню, как Иисус меня попита.
А какого Бога ты хочешь там являть? Каков Бог, и скажешь, да явяешь там? Потому что этот мир являет мамону. За что ты тоже свят явява мамону? Этот мир являет разных башков Вавилона. Различные богове на Вавилон. Этот мир очень хорошо отработал экономическую систему. Тоже свят има добра экономичная система. Там башков очень много. Има различные малки богове. И они тоже требуют поклонения. И те все, что искат поклонение. Поклонение вашей энергии. Поклонение на вашу энергию. Вашим здоровьем. Вашу здравие. Деньгами. Парите. Временем. Времето. Талантами. Талантите, дарами. Даровете. И этот мир знает законы поклонения. И тоже свят познава законите на поклонение. И у нас там тоже мы переживаем страсть больше зарабатывать. Все, что переживаем страсть, да печелим повече. Но Иисус спрашивает нас. Но Иисус не пита. Могу ли я тебе доверить Царство Божие? Мога ли да ти доверя небесното царство? Могу ли я доверить тебе экономику царства? Экономика-то на царству. Могу ли я тебе доверить новую систему? Мога ли да ти доверя новата система? Могу ли я тебе доверить клочок земли в Варне, в Болгарии? Мога ли да ти доверя парче земля Варна? Могу ли я тебе доверить какую-то сферу в этом городе? Мога ли да ти доверя някаква сфера в този град? Куда я в тебе приду и начну менять законы и принципы? Когда ты вытрав теб, что ты дойдешь, ты променям законите и принципите. Куда ты принесешь атмосферу Царства Небесного? Когда ты что донесешь от атмосферы на Божието Царство? Атмосферу Царства Божьего. Атмосферу на Божието Царство. И знаете, я предлагаю вам практиковаться с понедельника. Я ви предлагам да се практикувате. Я сейчас слово передаю своему мужу. Сега ще предавам думата на моя муж. Но я предлагаю практиковаться, когда вы просыпаетесь. С утра, когато се събуждате сутринта, задавайте вопрос. Питайте. Иисус, а какой ты сегодня хочешь Иисус, проявиться? Какъв днес искаш да се проявиш? Иисус, какая твоя сила и власть сегодня проявится через меня? Иисус, каква твоя сила и власть ще се прояви днес чрез мен? Как я сегодня могу созидать Царство Божье? Как днес мога да построявам Божието Царство? Оно не в красивых словах, оно в силе. То не в красивите думи, това е в силата. В силе того Христа, который внутри тебя и меня. В силата на този Христос, който вътре в мен и в теб. В силе того Царства, которое внутри нас. В силата на това Царство, което вътре в нас. И давайте начнем практиковать. И некогда започнем да се практикуваме. Овладевать землей. Да овладяваме земята. Овладевать разными сферами. Да овладяваме различните сфери. Чтобы слава Господня. Да бъде Господната слава. Проявлялась через каждого из нас. Тя да се проявява чрез нас, чрез всеки един от нас. Давайте практиковать призвание и избрание. Некогда практикуваме избрание и потому призвание. Потому что мы все дадим отчет. За что-то всички ще дадем отчет. За то, что мы делали на этой за това, земле. Което сме правили на тази земя. И я ожидаю царя. И аз очаквам цар. Я знаю, что Иисус уже как Спаситель не вернется. Знам, че Иисус като Спасител вече няма да се върне. Он вернется как Царь царей. Той ще се върне като Цар на царете. И всякие цари преклонятся пред Ним. И всичките цари ще се преклонят пред Него. И всякий язык, и всякие народности будут поклоняться всякий Ему. Язык и всички народности ще му се покланят. А мы готовим с вами Ему путь. А ние приготвим путя за Него. Как Иоанн готовил путь Спасителю. Като Йоанн приготвил путя за Спасителю. Так и мы готовим путь Царю. Ние приготовим путя за Царя. И Он вам доверяет Царство. И Той ви доверява Царството. И давайте будем верными в том, что Он нам доверил. Нека да будем верни в това, което Той спасибо. Ни е доверил. Благодаря. Халилюя. Давайте встанем и помолимся. Нека да станем и да се помолим. Дорогой Иисус, скипи Иисус, наши сердца открыты пред Тобою. Наши сердца соотворни пред Теб. Пройдись по нашим сердцам. Мини по наши сердца. И вспаши, Боже, почву нашего сердца. И вспаши. Обработай почву нашего сердца. Почва на наши сердца. Убери всякие плевелы, которые мешают прорасти семенам царства. Махни всички лоши растения, които не пречат царството да расте. Убери всякие ложные учения и убеждения, махни которые ложи... не дают увидеть тебя как царя. Махни ложные учения, които не пречат да увидим теб като цар. Убери весь тот мусор, который не дает прорасти откровение. Махни всички буквуци, които пречат да расте откровение вътре в нас. Откровение о том, кто ты есть. Откровение за това, кой си. Для этой страны. За тази държава. Для этого города. За този град. Для церкви Божией. Божия это церква. Кто ты есть Христос внутри нас. Кой си ти Христос вътре в нас. И протри глаза нашего сердца. И изчисти очите на нашето сърце. Чтобы мы смотрели на тебя. Ние да гледаме теб. Как на того, кто ты есть. На този, който си ти. И кто ты грядешь. И който ще бъдеш. Чтобы как в зеркале мы отображали тебя. Като в огледало да те
изобразяваме. Проявляли тебя. Да ты проявляла. И та сила, которая внутри нас. И та же сила, которая внутри нас. Христос внутри нас. Христос внутри нас. Пусть эта сила проявляется. Нека та же сила да се проявява. Чтобы эта земля преобразовалась. Та же земля да се преобразува. И она была готова к пришествию царя. И да бъде готова за царя, който ще дойде. И этот народ поклонился тебе как царю. И този народ да се поклони на теб, който на царя. И мы могли дать тебе отчет. И да можем да дадем отчет на теб. За то дело, которое ты нам поручил. За това дело, което си ни дал. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус. Аминь. Аминь. Аминь, 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 аминь. Спасибо, любимая, что ты дала такое начало. Аминь, 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 аминь. Благодарю, любимая, что направи такого начала. Да, и тема Царства Божьего в бизнесе, это было первое, скажем, вообще на земле это было то, что меня захватило. Темата на Божието царство в бизнеса, това нещо, което ме превзе на първо място като среща с Христос. Я занимался бизнесом 37 лет назад, открыл первый бизнес. Занимавал съм се с бизнес преди 37 години, съм отворил първия си бизнес. Открывал ночные клубы, казино, стриптиз бары. Казино, стриптиз, клубовые барове. И бил съм много успешен в това. И Света, когда вышла за меня замуж, она просто не смотрела фильм «Богатые тоже плачут». И со Светланой сключихме брак, и тя гледала фильм «Богатите също плачат». Через полгода, как след половин година, она вышла замуж за меня, она уже плакала. Откакто сме сключили брак, тя вече плакала. Потому что моя жизнь была такая очень бурная. Понеже живота беше много бурен. И слава Богу, 27 лет назад. И слава на Бога, преди 29 години я встретился с ним. Срещнал съм с него. Моя первая любовь. Моята първа любов. Ну вот первая любовь, я просто влюбился в него. Първа любов. Направо съм се влюбил с него. Иисус него. Смотрел на меня. Иисус ме е гледал. И любил меня без всяких условий. И ме обичал без всякакви условия. И я влюбился в него. И аз се влюбих в него. И я просто сидел и плакал. Это было и аз сидях и плаках. Баптистская евангелизация. Това било в баптистская евангелизация. Она говорит, ты что плачешь? Света сидит рядом со мной. Светлана стоит до меня, за что плачешь? В деревне какой-то. В някакво село. Коровы ходят. Някакви крави се разхождат. Наш 600-й Мерседес стоит. Мы хотели быстро и убежать. 600-й Мерседес стоящий до нас, не само искахме бързо да избягаме. Но я сел. Но аз седнах. И увидел его. И видях него. И я плачу, она говорит, что я с тобой? Я плачу, и тебя пита, какво е с тебе? Какво става с тебе? Потому что это было необычно, обычно она обычно плакала. Понеже било нечто необыкновенно, понеже тя обикновенно плачеше, а аз тук плачу. Я говорю, я сказал, Света, я влюбился. Светлана, аз се влюбих. Она говорит, достал уже опять. И тя пита, еми направо ми писна вече, пак ли? Я говорю, это другое. И аз казвам, еми другое. Да знаю другое твое. Знам, че е друго. Какво е твоето друго, пита Светлана. Аз казвам, това е той. Не, ну, это, если бы это было сегодня, конечно, бы у нас совершенно, это же был еще Советский Союз. А кое-что еще достанет никому днес? В голову даже не приходило. Я говорю, в Иисуса. Она, о, слава Богу. А сказвам в Иисус. И тебя казва, она слава на Бога. Иисуса, но знала, что это, в принципе, не так плохо. Тебя не знала Иисус, но знала, что не толкова зле этого. Это уже лучше, чем все остальное. Твое подобрее от всичко останало. И все, я влюбился в него. И аз се влюбих в него. Я начал читать Библию. Започнал да чита Библия. Ходил во все церкви подряд. Четох, разхождался во всички церкви наред. Важно то, че говориха за него. И Света наблюдала за мной. И Светлана ме погледала. Через полгода, но она ходила, потому что когда мы ходили в церковь, значит, мы не нашли ночной клуб. Да. И это было лучше. Когда мы шли в церковь, мы тогда не шли в ночной клуб. А, когда-то мы ходили в церковь, тогда не мы ходили в ночной клуб. И Света через полгода тоже уверовала. И Светлана също повярвала след половин година. И потом все уверовали. И всички са повярвали. 100 человек за 50 семей за несколько месяцев они наблюдали. 50 семейства за несколько месяцев они са ни гледали, казвали, Глеб, така се и променил, сигурно е лут. Ими тогава Бог сигурно го има. Сигурно лут, это 100%. 100%. И знаете, я читал и видел Царство Божие на земле. И я читал и видях Божието царство на земле, на земята. Божието царство на земята навсякъде. Дана мне вся власть, да. Библията казва, не цялата власт. Ну это цял не цялата власть вот так. Вот. Цялата власть. О, слава Богу. Не что-то в болгарском есть такое какое-то очень мягкое слишком. В болгарском языке има малко меко. Да. Треба по-твърдо. Цялата власть. Цялата власть. Цялата, да. И вот понимаете,
И я говорю: Господи, ну почему я хожу в церковь и вижу только в церкви Твою власть? За что ходя в церкви-то и самого в церкви-то виждам Твою эту власть? В такой группе людей, которые собираются. В определенной группе от хора, которая тут собирается. 100 тысяч человек, 300. 100 хиляда человека, 300, 5 хиляди. И они кайфуют. И ты просто себя наслаждават. Несколько часов. Несколько часа. По воскресеньям. В неделю. А потом они идут. А после ты уйдешь. И там Царства Божия нет. И там Божье то Царство го нема. Я говорю, надо приносить Царство Божие. И я сказал, не треба доносим Божье то Царство на всякое. Так, я решил в клубе. Буду я решил в клубе го правя. Я не знал, понимаешь, как Царство Божие принести. А не знаешь, как доносить Божье то Царство? Я думал, что просто нужно принести. Я смысл, что треба до. Доведешь бизнес в церкву-то, и тогда ты будешь Божье то царство. И я помню ночной клуб, и полный там людей. Клуб, полен со схора. Я как владелец выхожу. Я скоту владелец излизом. И я там начинаю им рассказывать. И започем да им рассказывать. Пропагандировать, рассказывать. Да им проповедовам, да им рассказывам. Ну, я взял как бы подмогу. Ну, а за их хора со себе. У меня были там пастыря, но они все испугались. И вообще пастыри, но ты всечки си стресных, а? Я промониторил христианский мир, увидел самые такие духовитые, безбашенные был Алексей Ледяев. Присорчих христианский освят. Сандея Даладжа, и я их как бы... И ты за их хора всех со смен? Мафношний клуб. И вот я их привел. Я с гиду вейду. Как раз конференция какая-то была. Им еще никакого конференция там. И Сандей проповедовал. Там такой Сандей проповедовал. Успел еще, знаете, христианские такие блатные. Белые христианские песни. И, в общем, они проповедовали, я свидетельствовал. Ты сопроповедовали, я сам свидетельствовал. И вот оно как бы резонировало, хотя многие люди... И резонировало, тысячу клуб, тысячу но хора-то, хиляди хора. Когда Алексей, он читал молитву. Когда-то Алексей и говорил молитву. Потом мне многие друзья говорили, что мы читали про себя эту после молитву. После повечето приятели сами казвали, что вы в себе си вытре сочели тази молитва. Потом у меня была железная дорога. После имах я активный железнопутная дорога. 5000 человек. 5000 человек работали. Да, 5000 хороса работали в моей компании. Проводников, проводники. Проводницы. Знаете, проводники такие ездят в вагоне. Или знаете, проводницы какой-то влака. Я всех евангелизировал. Я всички таки евангелизировал. Я просто церковь приносил как бы на... Церковь-то я нос их на... И я помню место. Послушал разговор. Я слушал один раз говор. Проводнику говорит. На проводнице. Раньше взятку взял и дал и поехал. А сейчас говорит... Казывает, приди два, когда мы давали пари, и не оставиха. А тут не лоз... В свою религию крестить. Погрузить. И тут упитываться да не влязат, и да не евангелизируют, и да не влязат в душа-то. В общем, мы так евангелизировали Царство Божие, пока в газетах... Евангелизируем их, мое Божие, то Царство. В газетах не появилась статья. До которого в украинской газете не излезли статья. Сектанты захватили железную дорогу. Сектанты превзеха железнопутная... И, короче, против нас там уголовные дела и все такое прочее. И започнаха уголовные дела срещу нас. И я становлюсь банкротом. И я ставам банкрот. И у нас гибнет дочь, я переворачивается машина. Загива наша дочеря, превратится кулата и первая дочеря. Мы ехали на евангелизацию. И не, в сущности, путовахме за евангелизацию. У меня весь мир ломается тогда. И целия ми свят се исчупва тогава. Я говорю, Господи. Я сказам, Господи. Царство Божие. Божие то царство. На земле. На земята. Не работает. Не работи. Вот все разваливается. Всичко се руши, ничто не се получава. Мы еще становимся вот банкротами. Ставаме банкроти. И мне все говорят. И всички ми казват. Мы с тебе говорили. Не со с нею говорихме. Ходи в церковь по воскресеньям. Ходи в церковь-то в неделя. Живи как все, как люди. Живи като всички, като хора. Не лезь никуда. Не утивай там на някъде. Какое царство Божие на земле? Какво Божие то царство на земято? Вот оно, вот по воскресеньям ходишь. Какви са тези неща? В неделя си утиваш. Ждешь вечной жизни. Чакаш вечния живот. Платишь десятину, пожертвование. Плащаш десетъка, пожертвование, това е. А ты вот лез. А ты вече си утишел. Теперь ты под проклятием. И сега си под проклятием. Проклятие. Ты все неправильно делал. Ничто неправильно правишь. Дочь у тебя погибла. Дочеря-то ти загина. Ты банкрот. Вече си банкрот. Все сходится. Всичко е точно. И знаете, если б не Иисус этот вот
Это каждое утро, я помню. Ако не Иисус, всяко сутрин се сещам. Я просыпаюсь. А се събуждам. И опять закрываю глаза. И пак затварям очите. Потому что я боюсь, я не хочу встречаться с этой жизнью. За что то аз имам страх. Не искам да се срещам с този живот. Всяко сутрин не искам. Я буду лежать, закрыв глаза. Ще стоя с затворени очи още. Мне нужно проснуться в этом мире. За что то трябва да се събудя в този свят. В който няма моята дъщеря. В котором я банкрот. Където съм банкрот. В котором меня все обвиняют. Където ме обвиняват всички. И вот это каждое утро. И всяко сутрин. Каждое утро. Всяко сутрин. Каждое утро. Всяко сутрин. И знаете, и в этих сражениях. И в тези сражения. Бог учил меня. Бог ме е учил. Открывать крест. Да, открывать крест. Да отварям крест. Как бы отварять крест. Как бы, ну, знаете, открывать откровение о кресте, что Иисус искупил. Да отварям откровението за кръста, че Иисус ме искупил. И вот это вот за искупление. И за това искупление, за искупление, И знаете, и я уже в то время разочаровался. И по онова време сам се разочаровал. Но я увидел, как действует крест. Но аз видях как действа кръста. В самом полностью ты потерян. У тебя все потеряно. Изгубен си, всичко е изгубено. Иисус тебе говорит: восстановлен. Иисус ти казва: восстановен си. Ты принимаешь эту силу. И ти приемаш тази сила. Ты принимаешь это видение. Приемаш това видение. То есть это, знаете, когда все развалено. Когато всичко се руши. А ты говоришь: нет, совершилось. То есть а ти вот... казваш: не, всичко е съвършено. Все совершено. У тебя все всичко несовершено. Ничто не ти е совершено. Но ты говоришь совершенно. Но ти казваш совершенно. У тебя все развалено. Всичко се руши, всичко е развалено. А ти казваш совершенно. И вот именно через эту боль. И через тази болка. Через эти проблемы. Через тези проблеми. Открывается Христос. Се отваря Христос. И когда я читаю откровения. И когато аз чета всички откровения. Я вижу, что именно вот эти боли, через которые должна прийти. Аз виждам, че всички тези болки, через които трябва да мине земята. В период этих болей. В период на тези болки. Вот церковь должна открывать вот этот искупление. Церквата трябва да отваря това искупление. И искупление, тогда я просто молился, Господи. Я се молях тогава. Что мне делать? Господи, аз какво да правя? Умею бизнесом заниматься. Аз умею да правя бизнес. Но я не могу по-старому. Я но аз не мога като в минуло. Не мога. И не мога по-нове. А по-новому не умею. И както беше преди, не мога. И сега по-новия начин не мога. То есть царство... в бизнес церковь не получается. То есть не могу да вводя Божьето царство така в бизнес. В виде церкви, като църква. Не получается. Не се получава. А как по-другому, не знаю. А как по друг начин, аз не знаю. И тогда вот мы сегодня говорим царство Божие. И ние днес казваме Божьето царство в бизнес, на работното място. Бог сказал. Бог е казал. Забыл один ключ. Ти си забравил един ключ. Это ключ молитвы. Това е ключ молитва. Конечно, мы молились. То есть, естественно, ние сме се молили. С первого дня моего христианства от първия ден на моето християнство молил съм се сутрините, много се молихме. Бог сказал молиться. На Бог ми е казал. О царстве Божьем. Да се молиш за Божието царство. О царстве Божьем. Фокусирана молитва, да се молиш за Божието царство в бизнес. Провозглашающая молитва. Да провозгласяш с молитвата. И мы просто, я уже не думал, что я буду, но я буду заниматься бизнесом. И аз не съм мислял, че ще се занимавам с бизнес. Я должен быть миссионер. Аз трябва да съм мисионер. Я вообще должен хотел вообще весь бизнес оставить. Аз исках да оставя целия си бизнес. Настолько у меня разочарование там. Защото толкова разочарование преживях. У меня там остался какой-то бизнес. Оставим на ми един бизнес там. Някакъв торговен мол. Это все, что из всего, что осталось у меня. От това, което ми е останало. Оно там где-то работало что-то. Нечто там я работал. Но я говорю, я миссионер. Но аз казвам, аз съм миссионер. Я поеду в мюсюлманские страны. Ще отида в мюсюлманските страни. Я хочу нести радостную весть. Аз искам везде. Да нося радостна весть навсякъде. И он говорит, молись просто. А той казва, молись. Хорошо, говорит, молодец, ты миссионер. Браво на тебе, браво, ты си миссионер. Браво, да, браво, браво. Ты поедешь, ще но отидешь, молись. Но молись. Я говорю, понял. Добре, разбрах. Я помню, это было 2002 год. И аз се сещам, това беше 2002 година, преди 22 години. Мы начали молиться по ночам. Ние започнахме да се молим през нощта. Молитва о царстве. Тази молитва за царството. Пророческая молитва. Пророческа молитва. И в этой молитве. И в тази молитва. Христос начал как-то по-другому открываться. Христос започна да се открива по друг начин. Не просто как спаситель души. Не като спасител на душата, но как царь. Но като цар. Который уже все сделал. Който вече всичко е направил. Исправил общество. И подобрил обществото. Подобрил. Подобрил. Классно. То есть вот оно такое злое, а он его подобрил. То толкова зло общество, малко го и подобрил. Такая зла. Экономика-то и малко зла. Малко зла.
А он подобрил ее. А то и малко я ее подобрил. Но она не то подобрил, мне не подходит. Сделал совершенный. Направил совершенно. Вот, не просто подобрить. Не понимаете? Просто такая подобрил, а именно направил совершенно. Это странно очень. Твоя малка странно. Думаешь, вокруг просто зло, вокруг просто... На всякое я зло. Все плохо. Всичко я зле. А он не просто подобрил. А то и не самое подобрил, то и направил совершенно. Совершенно, аллилуйя. Но странно очень выглядело. Ко мне на молитву малко странно изглеждало. Такие, на молитву да идут примен, кто? Примерно как я. А, такие вот кто мен. Такие как и мен. То есть банкроты. Банкроты. Знаешь, просто несостоявшиеся. Несостоятель не хора. И мы такие говорили, Иисус! И не смеказывали, Иисус! Ты не просто подобрил экономику, ты а сделал совершенно. Ты просто подобрил экономику, и мы себе направил совершенно. Мы отрывались там по ночам. И не направо мы викали, за что то усещах мы това. Откровение. Кото откровение. Я ору, кричу, я буду тише, 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 тише. Нужно потише. Я подобрее, я злой очень. Следи за мной. Вот, и понимаете, и... Разбирать ли? И получается, ну, утро потом наступало. Да, после этого с утрен, да? И все возвращались в мир, который вообще не подобрел никак. И всички со своей враждали в святой какой-то вовте, не себе подобрел. Все вообще со банкроте, никакви разочарования. И мы думали, когда же опять настанет вечер. И не си мислях мы, и ми кога ще стане вечер, то отново, че отново такава молитва да викаме. Потому что во время молитвы. За что-то по время на молитвата. Становились всем. Не ставахме всичко. Мы меняли мир. Мы променили сме света в молитва, в пророчество, заедно с Иисус. Мы как бы смотрели на Него. Гледали сме на Него, как Той всичко и направил. Совершенно. Совершенно. Исследовали это. Вот этим исследовахме това. Се с молитвата на провозгласене. И у нас появлялась вера. И после се появявала вярата. Все совершилось. Че всичко е совершено. Но был этот диссонанс. Было утро. Но имало это този диссонанс, защото после ставало сутринта. Опять уходили, думали, как бы прожить этот день. И с утрента пак утивахме и си мислехме, как да доживеем този день. В котором все банкроты. Когда-то всички са банкроти. Все денег нету. Пари няма. Там уже эти все такие бизнесмены, у них уже закончились деньги на бензин. Тези бизнесмены вече са им свършили парите на бензин. Деньги уже даже на общественный транспорт. Свършили са парите и за общественный транспорт. И они пешком приходили на и те вече пеша са идвали на молитвата. Вот такое состояние. Такого состояния имало. И в таком состоянии мы 2 года молились. И в такого состояния не 2 години се молихме. 2 года. 2 години. 5-6 ночей в неделю. 5-6 ночей пред седмицата. Так как каждый не был сильно обременен делами. Ты кто-то не всякий имал много дела. Мы спали там 2-3-4-5 часов. Не спахме 2-3-4-5 часа, а после пак бягахме на молитвата. И вот в этих молитвах. И в тези молитве. Эти все, кто на молитве. Всички тези, които са били на молитвата. Минали са 2 години. Бог говорит, вы готовы. Бог казва, вие сте готови да отварите бизнес. И мы просто, да какой нет, ну мы... Ами какой бизнес, никакво да правим. Но и тут просто начали открываться двери. И тут започнаха да се отварят и вратите. Люди, и всички тези хора, които заедно се молихме. Те са станали лидери на тези нови бизнес. И мы уже открывали какие-то двери. Хлоп. И не направо отваряхме вратите. Просто така се отваряха една след друга. С нуля. От нула. Просто с нуля денег. От нула парите. Мы не заметили, как за следующие 5-7 лет. Не, не забелязахме, как през следващите 5-7 години. У нас был бизнес в 12 странах мира. Имахме бизнес в 12 страни от света. С оборотом 140 миллионов долларов в год. С оборот 140 миллиона долларов. То есть, понимаете, как это произошло? Разбирате ли, как това е станало? Сверхъестественно. Но уже вот все были в этом состояние. Но вече всички са били в това състояние. Мы открывали бизнес. Не сме отваряли бизнес. Сегодня поделюсь некоторыми принципами. Искам днеска и да споделя някои принципи. Как да отваряте бизнес като мисия. Или даже это твоя работа. Или това е твоята работа. Просто наемный чек, не важно. Просто даже да си в наем, не важно. Это принцип работы. Този принцип работи. То есть первое, с чего нужно начинать. Първото, с което трябва да започнеш. Чтобы у вас появились как бы команда, 2-3 человека. Да се появи ваш екип, 2-3 души. Которые можно назвать партнеры. Които може да ги наречеш партньорите на мисията. Например, да? Например. У вас уже есть бизнес. Вече имате бизнес. И там уже есть люди, которые работают. И там вече има хора, които работят в тези процеси. Это может даже ваши близкие, ваши сыновья. Това могат да са близки, вашите дъщери, синове. Но те не се включват в мисията. Но те добре правят всичко. Это нормально.
нормально. И твое нормально. Ну, да, пусть работают. Да, доработят. Надо искать партнера в миссии. Но треба дотерсить партнера этого в миссии это. Кое-то ж ты искать то вада горы разделят. Надо максимально сына или дочь как бы включать, молиться, пророчиться. Треба да сим молим, да пророчиться именно сыновей за дочерей, но ако не все включат, то ничто страшно. Брат мой. Главное, не, потому что мы мы вместе, мы семья. Твоя нормально, не сме заедно, не сме семейство. Мы в бизнесе должны быть семьей. Вы в бизнесе, правда, сме семейство. И очень важно, чтобы мы были сшиты как бы миссией. И много важно, да сме соединение со смесью это. Кто-то отвечает за там 2-3 человека. Некой треба да отговаря, двама, трима. Поне двама, трима. То есть вы горите со стази миссия, через бизнес доводите. Чтобы царство Божие прошло. Божие то царство да дойде. Да проникло, да прораство. А как оно? Как оно? Знаете, если раньше... А каквое? Ну, значит, каждому человеку нужно проповедовать Евангелие. Мислишь, что на всякий человек треба да проповедуешь Евангелие то? Света это практиковала в своем Светлана, которая практиковала во свой салон за красота. Я учила так мастеров. Тебя учила такая мастерит. В тот момент, когда они только их стричь, в этот момент они начали им проповедовать. Че само да докоснуться с ножицата косата и да започнут в същия момент да проповедовать. Да, да, такие, и понимаете, и клиент так думал, так. И клиента така си и мислил. Сколько ей стало жить? Колко ей останало да живее? Понимаете, и говорит о страшном суде. И говори за страшный суд. То есть это как бы попытка принести царство Божие. То есть твой бишь опыт да донеси Божие то царство. Но очень важно. Но и много важно. Что бизнес. Да разберешь, че бизнес. Инструмент связанный. Инструмент связан. Больше со спасением. Не только со спасением то на душата. Спасение души это базовая вещь. Вопреки че спасение то на душата и базовое то нечто. Но бизнес. Но бизнеса. Связан с той. Е свързан с като поръчка, поръчение, поръчение. Това звучи по-другому, это не поръчка, это не заказ. Поръчение. Поръчение это? Не, вы знаете, вот как великое поручение, как по-болгарски? Great commitment in English. Лайкин, Ген, как по-болгарски, скажи? Паш, извини. Слушай. А я думаю, Гена, а ты Павел. Наоборот, я прошу прощения. Паша, брат, прости. Слушай, как велик... Great commitment. Ну, по-болгарски. На китайском. Может? Простите, я... это мое. Да я вечно как... Заповедь. Гуляма-то заповедь. Да, есть гуляма, заповедь, как во... что делать ученицы. Има голяма заповедь да правите ученицы. А это первая заповедь, которая Адамова заповедь. Первата заповедь, която е Адамовата заповедь. Работай. Работи. Устрояй, заботься о земле. Устранявай, грижися за земята, защитавай я. Защитявай, да. Вот это защищай землю. Защитавай земята. Это духовное поручение, которое... Твое духовное заповедь. Защищать, возделать, улучшать. Да защитаваш, да подобряваш. То есть улучшать. Да подобряваешь. Для чего это было дано? Для уподобрения. Ну, за какое было дано? За свое, а? Опять подобряваешь. Ну, хотя может быть. То есть улучшать ее, да? Да, правишь подобра. Получше чуть-чуть ее делать. Ну, это классно тоже, да. Получше, постоянно делать получше. Подобре, да, я правишь всякий путь. Для чего? Знаете, за какво, знаете ли? Верующие, которые говорят, Глеб. И мы верующие, которые указывают, Глеб. Зачем ее подобрять, эту землю? За что да я подобряешь та за земля? Если она сгорит все время, понимаешь? А куш ты и сгори. Ты ее подобряешь. Ты сега ее подобряешь, а то всичко се руши. И се руши. Или там люди, ты постоянно это тело его как бы лечишь, да? Иголками. Эти хора-то геликуваешься, сиглите. И то не все подобрява. Ты его уже еще иголку загнал. Ож ты глаз и сложил. Малко по-леку мое стануло, ворви, иди, утиваешь и глядаешь. Потом опять через неделю приходит, говорит, след седмица идва. Ничего не подобрило у меня. Ничто не все подобрило при мене. Зачем это делать? За что так управим това? Если оно все развалится и так. Ако всичко, что я все разруши и така. Работает. Работи. Знаете, а мне как-то вот один священник сказал, слушай, на, а вот на мен один священник мне каза. Почему Бог дал Адаму? За что Бог и дал на Адам?
подобрять эту землю. Да подобрява тази земя. Это как, когда вот твой сын... Когда твой сын... Он начинает замок строить из песка. То есть започва да строи замок от песок. И он так детально просто все. И толкова детайлно го прави всичкото. Ты понимаешь, что это важно. Но ты разбираш, че това е важно. Потому что защото он учится. Той се учи. Он учится строить. Той се учи да строи. Он раскрывает потенциал. Той раскрива потенциала. Потенциал, потому что божественный потенциал вложен. Защото божественный потенциал и был вложен в Адам. Божий образ вложен был в Адам. Божият образ беше вложен в Адам. Но он должен был через работу. Но той трябваше через работа. Раскрыть Божий образ. Да разтвори този Божият образ. И была земля как и земята е била като пример на това, което той трябва постоянно да подобрява. И той трябваше да разтвори този потенциал на Твореца. И същото като малкото дете, когато строи този замък, той нали ще се разруши, но той в същия момент се учи. Той се учи. Вот почему в бизнесе. Это за что в бизнеса? Основная цель – улучшать жизни людей. Основная цель – это подобряваш живота на хората. И духовная миссия. И това е духовна миссия, разбирате ли? Не, ну ее можно делать просто, потому что... Ты можешь деньги. Просто така да правиш, за да спечелиш пари, но тогава ще има проклятие. Потому что она говорит, ты уже за счет греха, ты теперь будешь... Защото казва, ти си за сметка на греха, ти ще работиш не за да утвориш Божият потенциал, а ти ще работиш, за да се храниш. В поте лица будешь есть. Ще се храниш, ще се храниш, да нахраниш семейството, децата. То есть получается твое отношение. То есть получава твоето отношение към това, което правиш. Если только деньги, ако само парите са крайния резултат, ты попадаешь. Ти попадаш в ветхого Адама. В ветхият Адам. А новый, последний Адам Иисус. А новият Адам. Он освободил нас от этого. Иисус той не освободил от това. Вот видите, наше состояние. Виждате ли нашето състояние в бизнеса? Определя. Мы в миссии. Не дали сме в мисията? Или мы не в миссии? Или не сме в мисията? В ветхом Адаме. Дали сме в ветхият Адам? Или мы в последнем Адаме Иисусе Христе? Или не сме в последният Адам Иисус Христос? Ты можешь быть рожден свыше. Ти можеш да си роден отгоре. Но когда ты пошел делать работу, просто труд свой делать. Но когато си отишъл и започнал си да правиш труда и твоята основна цел са пари. Ты в ветхом Адаме. Ти си в ветхият Адам. Хотя ты спасен. Въпреки, че си спасен. Но в работе. Но в работата. Но в бизнесе. Но в бизнеса. Ты в ветхом человеке. Ти си в ветхият човек. Ты просто... Ты в проклятии. Ти си в проклятието. Так, как я в проклятии? Я же... Как съм в проклятието, нали? Аз се грижа за близките си хора. Кой не се грижи за своите близки? Не уговаривай себя. Все равно в проклятии. Не си казвай така. Ти си в проклятието. Потому что тебе Иисус освободил. Тебе нужно защото Иисус те освободил. Я улучшаю эту жизнь. Ти трябва да кажеш, аз улучав, подобрявам своя живот, защото извършвам Адамовото поръчение. Иисус, той ни извел от проклятието. Той последният Адам. Я когда еду, вот я сегодня ехал, говорю, Свет, и аз когато пътувам, днеска пътувам и си вадя мокра кърпичка. Говорю, Господи, благослови этого человека, который придумал влажные салфетки. И аз казвам, Господи, благослови този човек, който е измислил влажните кърпички. Когда я включу кърпички, ой, как классно. Вот кирпички придумал. Это так круто. Вау. И когда я еду, включаю кондиционер. И когда-то аз потом и пускам климатика. И аз мисля, кой го измислил това? У меня у папы была пятерка. Баща ми имал петица, и аз отварях всичките врати. И аз съм пътувал. И через час у меня такая голова. И след час такава ми беше главата. Я не знал, как с кондиционером ездить. И аз не знаех, какво е да пътуваш с климатик. Понимаете, вот по-настоящему, разбирате ли, истински, всички тези иновации придумали в странах, са измислили в страните определенного мышления. Но определено мислене. В протестантских странах. В протестантские державы. Вот эти все протестантские страны. Всички тези протестантские държави, Германия, Америка. Америка. Все инновации там. Всички тези инновации са там. А почему они там явились? А за что там са се явили? Потому что посредством реформации. За что-то с посредством реформацията Мартин Лютер. Идею. Той донесъл идеята. Что
труд – это форма священнодействия. Чи труда и формата на священнодействие, то формата на служение то на Бог. В книге «Протестантская этика. Дух капитализма» Макс Вебер. В книге-то можете повторить. «Протестантская этика». «Протестантская этика». «Этика и дух капитализма». «И духа на капитализма». «Духа на капитализма», да. «И духа на капитализма». У нас духа на капитализма сейчас остался, а «протестантская этика» уже исчезла, к сожалению. Сожалявым. На Макс Вебер тази книга. Да, да. И понимаете, и вот это нам нужно восстановить, И не треба да восстановим духовный труд, да го восстановим. Выполнение Адамова поручения. Исполнение-то на Адамово-то поручение. И для нас путь восстановления был в том, и за нас путь на восстановление-то беше молиться о земле, о бизнесе. Това да се молим за бизнеса, за земята. Например, как мы начинаем какой-то бизнес. И не, започваме някакви бизнес. Например, в сфере здоровья. Например, в сферата на здравето. Мы говорим, мы хотим открыть не центр здравия в Варна. Не искаме да утворим центр на здравето в Варна. Например, да? Например. У нас еще ничего нету. Ничто нямаме. Мы начинаем, мы рисуем себе профиль. Но не си рисуваме профиль, образ будущих клиентов. На наши будущие клиенты. И мы начинаем пророчество. И не започваме да пророчествуваме в техния живот. Рисовать образы, картины. Започваме да си рисуваме образи, картини. Здоровых. На здраве, восстановление. Счастливых. Счастливы. Наших клиентов. Наши клиенты. Не пророчествуваме към тях. Царство Божие в их жизни. Не казваме Царство Божие, то и в техния живот. Царство Божие, то и в техния живот. И докато сме в тази молитва, кто-то приходит. Някой си тръгва, някой си идва. В итоге остается команда. Кто-то, но като края на результат остава. Я лучше пойду работать, экип. Чем вот это вот. И это тоже хорошо. И казват, ими аз по-добре да отида да си работя. Все что нормально, слава на Бога. Но тези, които ще останат. Специальная молитва. Специальная молитва. За Божието царство в бизнеса. Това е специална отделена молитва. Лучше ночью или вечером. По-добре вечерта или през нощта. Поне един час. И в этих молитвах. И в тези молитви. У вас появится вера. Ще ви се появи вяра. Откуда вера берется? Откуда вера-то се взима? Написано, вера от слышания. Пиши, вера-то от чего нету? А слышание от слова Божьего. А чего нету от Божьего слова? Да? Синодальный перевод. Синодальный перевод от Божьего. Если вы начнете, слово. Возьмете номера Стронга, дословно, ну как бы, как там написано в Септуагинте на самом деле. Ако дословно го привеждаме и го взимаме. И почитаете. И прочитайте. То вы увидите. То вы что видите? Написано, вера от слышания. Пише вера то и от чуване то. А слышание. А чуване то. От слышания радостной вести о Христе. И от чуване то на радостната вест за Христос. То есть вот там дословно так. Они то есть дословно така пише. Они просто, знаете, сократили. Ты много, ты просто сагу сократили така. Потому что Иисус это тоже слово Божье. Понеже Иисус, что и Божье то слово. Они просто написали слово. Просто са написали Божье то слово. И мы как бы относим, что любое слово, которое в Ветхом Завете, и не от нас сами, и всяка дума, която пише в Ветхия Завете, към това. Но евреи, но иудеи, евреи и иудеи, те съзнаели словото и са повторили, но не са се появявали. Потому что не сей появляла вярата. Когда твое сердце услышит радостную весть. За что-то я точно за това, когато твоето сърце чуе радостната весть. И в този момент вярата се появява. В этот момент. Точно в този момент. В този момент, точно, вот это хорошо сказано. Вот хорошо. В този момент. Точно в този момент. Появляется вера. И вярата вот се появява. Царство Божие в жизни клиента. И ни се молим така за вот Божието царство в животе на клиентите. И точно в този момент трябва да настъпи. И трябва да влезе в сърцето. Увиди, уверовать. И да повярва, че клиенти уже есть. Че тези они клиенти вече ги има и вече са щастливи. И гръбначният стълб им е възстановен. Алилуя! И это духовное действие. И това е духовно действие. Духовное действие лечить позвоночник. Духовно действие это да лекуваш гръбначният стълб. И този Адамовото поръчение. Да, когда ты качественно выполняешь Адамово поръчение. Но когато качествено го изпълваш това Адамово поръчение. Очень легко. Много е лесно. Выполнять great commitment, великое поручение. Да исполняваш голямата заповед, великото поръчение. А мы забываем, как бы, а ние забравяме. Адамово поръчение, Адамовото поръчение не го изпълняваме. А всем подряд пытаемся. И на всички наред така се опитваме да ги покаем. И да ги научим на учението на Исус. Но когда мы через труд. Но когато ние чрез труда. Через труд мы это делаем. Через труд го правим в света. И мы представляем, что и, ну тоже через веру, что Иисус уже восстановил. И ние представяме вече, че Исус вече ги възстановил тези гръбначните стълбове.
что Иисус, если любой бизнес, ако во всеки един бизнес, мы себе картину рисуем уже конечную, ожидаем. Ще рисуваме вече тази крайна картина, която я очакваме. И тогда у нас сердце уже в вере. И тогава нашето сърце вече е във вярата. А через веру движется Дух Святой. А через вярата се движи Святия Дух. Я просто начал видеть чудеса и знамения. И аз започнах да виждам чудеса и знамения. Я начал видеть действия Духа Святого. Започнах да виждам действията на Святия Дух. В сфере бизнеса. В сферата на бизнеса. У нас люди приходят. Хората идват. Мы не понимаем. Казват, ими ние не разбираме. Мы пришли к вам неверующие. Дошли сме невярващи при вас. Сколько там, до 7 тысяч сотрудников уже было. До 7 тысяч сотрудников вече сме имали към онзи момент. И говорят, мы пришли неверующие. И те казват, ими ние сме дошли невярващи. И мы встретились с Иисусом Христом. И ние се срещнахме с Иисус Христос. Потому что мы в вашем бизнесе познакомились с Иисусом. Понеже във вашия бизнес се запознахме с Иисус. Вот это состояние. И това състояние определено. Оно как бы открывает двери для действия Духа Това Святого. Отваря врати за действието на Святия Дух. Но нужно хотя бы, чтобы два человека было. Но е важно да има поне двама души. То есть вот этот принцип должен быть. Този принцип трябва да го има. Принцип скинии. Принцип на скинията. Святое святых. Пресвятото място. Святое. Святото място. Внешний двор. Вънешния двор. Святое святых – это два или три человека, которые Пресвятото място, това са двама или трима души, които разбират, които горят с тази картина. Иисус всичко вече е направил. Второе святое – это работающие. Святото място, това са работещите. Да, это просто, они хорошо работают. Те просто добре работят. Говоришь, молодец, но ти им казваш, браво на теб, и сега да прочетем Отче наш. У нас, допустим, один из бизнеса, вот так, отель, един от бизнеса, това е хот, резорт, хотел. Резорт в Карпатах, в горах, Это как курорт. Като курорт. Как это для почивки. Как в Карпате курорт за почивка. Да, спа. Спа-курорт. Спа-курорт. Молодец, Даша. Аллилуйя. И я каждое утро с ними сегодня в 8 утра. Всяко сутрин, например, днеска в 8 сутринта. Они все греко-католики. Те всички католики. Аз да, се прекръствам с тях. У меня проповедь маленькая. Им казвам малка проповедь, малка. Каждое утро. Всяко сутрин. Собираме се всички. И смотрят, как и гледат. Хорошо, у меня в экране, я их там не все вижу. Добре, аз съм в екрана. Попала, и аз не всичките ги виждам. И Светлана е попаднала. Нету времени доехать туда в Карпаты. Полгода. Половин годин. А, полгода. И она говорит, они так вот смотрят. И те от половин година така гледат. А ти просто в такой страстью им говориш. А ти просто с тази страст им казваш. По хиляди души им така казваш. А мне прет, понимаете, какая разница? А от мене излиза. Каква е разликата? Мне прет. Да, от мене излиза. Мне излиза, ну не излиза, а прет меня. Излиза это другое. Ну не важно. Пойдет. Все поняли. И мне главное, я рассказываю про Иисуса. Я рассказываю за Иисус, разбирате ли? Вот каждое утро. И всяко сутрин. Все, что мне происходит с ними. Всичко, което се случва с тях в 8 сутринта. Это святое. Това е светото място. То есть они как бы верующие, не против. Те са вярващи, не са против. Ну, неплохо, хорошо. Ими, не зле. Да. А отдельно у нас еще группа, где отделно имаме група, където ние се молим, където са откровенията. А внешния двор. И вънешния двор. Это уже услуги, они приезжают, это уже. Това са вече услугите, които идват. Всичко, което се случва с клиентите. И вот как вот, знаете, помните, вода шла. Сещате ли се как водата е излизала при Езекиил? Тя е отивала от пресветото място чрез светото място във вънешния двор и така се изливало. Трябва така тези двама, трима души постоянно да са в молитва. Точно специалното събрание. Специално с молитвата. 15-20-30 минути малки. В деня, веднъж на два дни. Това откровение да го проговаряте, където вие се молите, където вие формирате тази... Когато водата тече нататък и нататък. Ние когато започнахме да го практикуваме това, появяват се много интересни модели. Например, при центре здоровья, при център на здравето, мы начали открывать такие клубы исцеления души. Започнахме да отваряме клубовете на изцеляването на душата, които работят примерно само в неделя. Когда центр закрыт, когато център е затворен, ние каним хората, вас исцелили, ние сме ви изцелили физически, а у нас еще теперь духовная такая. А сега вече и душата трябва да изцелим.
И люди начали каяться в этих клубах. И хората започнаха да се покаяват в тези клубове. И мы их как бы в церкви, в церкви. И ние после ги изпращаме в църква, в църква. А ты не искат, но повечето не искат. Мы уже поняли, что надо креститься нам. Те казват, еми ние вече сме се разбрали, че трябва да се покръстим. Покръстете ни. И мы начали крестить. Не започнахме да ги кръстим. И у нас, представляете, за год до 700 ли? Водных крещений. За една година до 700 клиентов, водните крещения. Просто. Просто така от клиентите. Вот 700 водных крещений. В годината 700 водните крещения. Конфигурации разные можно делать. То есть различные конфигурации можем можно да правим. До этого, можем и да не ги довеждаме может до това. На уровне влияния делать, может да? Просто на нивото на влиянието, в зависимости от откровението, от силите, от ресурсите, които имате. Бизнесе. Но пътя в бизнеса е такъв. И что произошло? И какво се е случило? Когда ты строишь на этих принципах? Когато ти строиш на тези принципи? Първи кризис. А се сещам за първия кризис. 2008 година. У всех все разваливается, у тебя при всички всичко се руши. Второй кризис. Третий кризис. Третий кризис. Сегодня. Днеска. В Украине война. В Украине война. Мы продолжаем вот те бизнесы, которые. Не продолжаем эти бизнесы, които са основания на тези принципи, и те са в условията на войната започва да работят. Продолжава да работят. Летают снаряды, летают ракеты. Летят ракети. Ставят это самое, отключают электричество. Исключват электричеството. Мы ставим Ние слагаме генераторите, работим, хората вървят, продажбите вървят. И аз се убедих. Исус говорит, Исус казва, кто слушает мое слово, този, който чува моето слово и го изпълнява. Вот как человек, который построил на камне. Този, като човек, който е построил на камъка. Този путь, который я вам говорю. Този път, за който ви говоря. Това е път за строяването на камъка. Бизнес проходит все кризисы. Този бизнес минава всички кризиси. И а тот, который построил на песке, тот, который слушает и не исполняет. А този, който е построил на пясъка, този, който слуша, но не изпълнява. Когда приходят кризисы. Когато идват кризите. Все разваливается. Всичко се руши. А вашето стои. Вот я этим коллеги мои, друзья, братья и сестры, хотел това исках да споделя, това исках да споделя с вас, колеги. Хайде да застанем да се помолим. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Святия Дух. Дух пророческий. Пророческий Дух. Дух Иисуса Христа. Дух на Иисус Христос. В котором все совершилось. Во в кое-то всичко се е свършило. Не призываем тебя сегодня. Не призоваваме тебе днес. Откройся нам. Отвори ни се. На наших рабочих местах. На нашите работните места. В наших бизнесах. В нашите бизнеси. В наших проектах. В нашите проекти. В нашем призвании. В нашето призвание. Спасибо тебе, Господь. Благодаря ти, Господи, че ти действаш. В моих братьях и сестрах. В моите братя и сестри. Боже, в семьях моих братьев и сестер. Благодаря ти за това, че си в семействата на моите братья и сестры. В името на Иисус Христос. Аминь. Аминь. Спасибо, Даша. Спасибо, дорогая. Спасибо. Приятно познакомиться. Слава Богу. Слава на Богу.